Давиде приди духом просвещенным, ныне приступите, пой к Богу верою глаголя, просветитеся сей нищего зва Адам в падении, ибо того услыша Господь, пришед с струями иорданскими, тельно Боже обнови. Венеча, душе мудрость просит и услышит святаго Евангелия. Мир всем! О, карка святаго Евангелия чтенье! Не крещающийся тебе, Господи, братья и сестры, на этом освящение закончилось. Всех хочу поздравить с Рождеством Христовым, с крещением. Всем советую быть, конечно, осторожными, поскольку особенности климатические такие холодно. Свои силы соизмеряйте. Всем Божьей помощи, ангел хранитель. Как впечатление? Здорово. Всем рекомендую. Погода не помешала? Нет, конечно. Я думаю, для настоящего верующего человека никакая погода не помеха. Потому что главное – это очищение души. Давай, я поддержу. Петя, ты там, да? Да. А Мишка где? Мишка где? Подойди, маленький. Твой маленький. Вот, а где топ? Ощущения как? Молодец, молодец, что ты домой не нырнул. Что ты потерял? А если тапочки бы остались? Да ну их. Как ощущения? Отлично! Русь великая! Привет в Дубай! Как ощущения у вас? Да я уже наверное. Почему сегодня решили погода такая у нас? Не знаю, год прошел 14-15 очень хорошо, когда нырнула, поэтому решила в этом году нырнуть. Что сейчас чувствуете? Холодно, что я чувствую! Не понимаешь?
Шапку! Шапку надо? Да не, ничего не надо.